это бывшее русло реки Почани. И поэтому здесь, конечно, необходимо все это привести в надлежащее состояние, чтобы можно было водить туристов. Не так, как сейчас я веду, а чтобы это было красиво. Очень сложно этих людей понять, потому что понятно только то, извините за тавтологию, что они им все равно. И это очень печально, что им все равно, в каком городе они живут, кто к ним приезжает. Но, наверное, надо какие-то рычаги, чтобы, если они не понимают, заставить это сделать. Это мое мнение.